А часто ли вы задумывались, что такое норма? Норма, что это? Ведь когда у вас есть какое-либо заболевание, вы даже не осознаете, что это и есть ваша норма. Ваша норма самого себя. И когда вы избавляетесь от какого-либо заболевания, почему оно возвращается? Может быть, потому что вы не привыкаете жить в новой норме самого себя? Убирая любое заболевание, отклонение от нормы самого себя, ты похищаешь неотъемлемую часть самого себя. А чем ты заполняешь то, что ты похитил у себя? Есть ли у тебя замена того состояния, что ты делал в эти моменты жизни? Что у тебя происходит, когда у тебя больше нет этого заболевания? Чем ты закрываешь эту дыру самого себя? Чем ты себе возмещаешь украденное у себя? Есть у тебя на это ответы? Если нет, то я тебе помогу. Присоединяйся на марафоны, приезжай на ретриты. Либо приходи, и мы с тобой на личной встрече обязательно все это обсудим. Потому как не каждый человек может справиться именно с тем опустошением, которое он подвергает себя, не осознавая это, думая, что он избавился от заболевания и будет ему счастье. Но почему-то этого не происходит. А почему не происходит? Потому что он становится сам для себя вором. Не будь таким, будь себе лучшим.